Студент одного соликамского колледжа нашел чужую банковскую карту, но не отнес ее в банк и не стал искать растеряшу через соцсети, а поступил с картой иначе. За это против него было возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено пунктом Г, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По факту того, что 11 марта 2021 года несовершеннолетний на улице нашел банковскую карту, с помощью которой в дальнейшем оплатил в интернет-магазине товары на сумму более 5000 рублей. Тем самым причинил значительный ущерб владельцу данной карты. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по данной статье. Максимальное наказание за такой вот шопинг по чужой карте добавили следователи до 6 лет лишения свободы.